Считаю, что тут надо быть чуть-чуть осторожнее, потому что есть такой поговор в Африке, что когда дерется слон, кто получает туда это траву, да, они топтают траву. И тут я считаю, что неважно, какой стран Советский Союз, да, это братья, подрались сегодня, по-любому завтра они будут целоваться. Поэтому не надо брать такие-то жесткие позиции или идти в какую-то сторону на 100%. Лучше быть дипломат в середине, потому что и сосед, соседних стран, у нас там есть друзья. И они тоже сюда, у них тоже есть друзья. Поэтому здесь надо быть дипломат. Те, которые берут такие жесткие позиции, мне кажется, что это плохо, если, во-первых, ты живешь в России, и Россия тебя кормит, да, там тебе дает работа, а тут ты за сосед, извини, все россияне тебе сказали до свидания, извини. Поэтому тут надо быть очень аккуратно. И мои друзья, которые берут такие позиции, ну, каждый решает. Но я считаю, что пусть мы работаем, поем для людей, по-любому. После дождя всегда будет солнце. После тисор мы будем заниматься, там, целоваться. И тоже обидно, когда тоже российский исполнитель тоже там не пускает, да, как Тимотей недавно тоже. Я считаю, что это плохо, потому что люди, которые любят музыку, они любят не человек, потому что он из Африки, он из Китая, он русский, он американский. Ему по душе то, что делает человек. Поэтому давайте аккуратно с политикой.